Футбольные поединки продолжили ежегодную спартакиаду среди работников Первоуральского новотрубного завода. В городе стартовали первые матчи Кубка Федора Данилова по футболу. За жаркими баталиями на поле наблюдала наша съемочная группа. Удары по воротам из различных положений, разминка и выбор тактики на предстоящий матч. К первой игре турнира готовятся участники команды «Металлург». В ее составе работники электросталеплавильного цеха. Для них соревнования – это отличная возможность с пользой провести время. Это, во-первых, просто здоровый образ жизни. Если ты с детства занимаешься футболом, как бы удовольствие. Ну, и все как бы разнообразие какое-то от работы, от лечения. Команда, в принципе, у нас молодая, дружная. Готовы бороться всегда за медали. Кубок по футболу, посвященный легендарному директору градообразующего предприятия Федору Данилову, проводят в рамках 73-й спартакиады среди работников Первоуральского новотрубного завода ТМК. В соревнованиях участвуют 9 цеховых коллективов. Команды играют между собой на вылет. Проигравшие остаются в нижней сетке турнирной таблицы. Победители проходят дальше. Уже на 20-й минуте первого тайма красивый мяч головой в ворота «Металлурга» забивает игрок сборной команды трубопрокатных цехов. Минимальный перевес в счете футболистам удается сохранить до конца матча. Автор победного гола Кирилл Степаненко признается, соперник сильный, но грамотная тактика его коллектива позволила добиться необходимого результата. Все супер, эмоции только зашкаливают. Удалось победить. Это в первую очередь, да, сплочает коллектив, да, это неформальное общение, да, это не на работе, то есть это досуг, то есть развлечение, да, есть немножко борьбы, конечно, все эмоции остаются в игре. После игры мы коллеги, мы друзья. Во втором поединке на футбольном поле встречаются игроки трубопрокатного и баллонного цехов. Атака за атакой приводит к голам на первых минутах встречи. К началу второго тайма трубопрокатчики ведут уже с разгромным счетом 5-0. Ну, за счет командной игры, конечно. Стараемся больше в пас играть. Там, индивидуально ребята у нас посильнее. То есть, ну, у нас команда такая сплоченная. То есть уже не первый год играем вместе. Понимаем друг друга. Самое главное, как бы не расслабляться, играть. Игроки ошибаются лишь один раз, пропуская гол во втором тайме. Но болельщики не унывают. Мы пришли поболеть в первую очередь, конечно же, за нашего папу. Он у нас вратарь команды. Ну, очень сложная игра. Она первая, футбол первый. Вот. Ну, кричим. Поддерживаем. Ура, молодец. Итог встречи 8-1 в пользу команды трубопрокатного цеха. Кубок по футболу среди металлургов продолжится уже на следующей неделе, а 13 июля в рамках празднования Дня металлурга состоится финал турнира. Следующими видами спорта в соревнованиях заводской спартакиады станут легкоатлетическая эстафета и городки. Виталий Мотин, Дмитрий Солюков, Андрей Волков. Новости, Первоуральск.